теперь будешь как мой секретарь. Угу, секретарь. Ты сказал бы секретарша, а ты босс, да? Как во всех фильмах, короче. По-моему, там ждет тебя неприятное будущее. Не принимать? Не принимать? Принимай. Я думал, ты скажешь, не надо. А почему не надо? Мало ли, так подъебешь меня. Не надо. Такой, сколько? 10 минут? Опа-па-па-па. 10 минут, Влад! А сейчас мы можем поиграть в секретарша и босса. Ты тупой? Не желаешь? Пошел ты в жопу. Ну чё, мне принимать? Нет. Рискни только нет нажать. Я мид. Тролль, неправильно идёшь. Нет. Веник, иди вообще нахуй подметай. Я мид. Пусть, наверное, сейчас оприхуел так трохи. Я фармить буду. Да помоги ты мне, блин, жертва аборта. Вот смотри, вот видишь, как ты сидишь? Боже, иди в жопу. Ну, я делал все, что смог. Мне кажется, вот у них связка. Вот тебе и минус мидер. Да. Опять меня. Ну, я пошел. Диме кидать репорт нельзя. Я бы уже Вадима забанил. Знаешь, сталкера, ну, на сталкера, короче, было полно и удивлено. А чё ты, блин, даже не чечешь за Вадима? Это твоя секретарша. Ну да, 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 я знаю. Я смотрел фильмы, я знаю, кто такая секретарша, что она делает. Нет. Ой, все. Почему я так быстро бегаю? А у тебя это, IQ минус 2. Чуть-чуть, да. Шутки. Это очко будет на минус. Ну так, Дэм, что ты сказал? А что я сделал? Я же не слышу, что там Руса. Руса. Если не было Русы, то мы бы слышали меня. Руса. Все виноват, Руса не. Смех, как у бабочки. Два дебила слились. Ты а ты молчишь, где что? Ходишь, слышь, красное пятно? Я вообще-то голубое пятно. Андроид, не беси меня. Красный. Андроид он, я вообще-то лосяш. Ты олень тупой. Да ты чё думаешь, я тебя не гоню, что ли? Да о, я дно. Ты чё, что это мы все красиво сосём? Нет, отвечай за привет. Себя. Ага. Клопа. Ага, кто там? Клопа. Ля, кто сгорел? Ага, сука, блядь. Бля, 10 секунд, надо бежать. Иди нахуй. Это что-то по-немецкому, наверное. На, так ты вот тоже на. Че, боюсь вас, что дебилы? Не. Сейчас ее почему разломаю. Сейчас такой лось был. Давай игра верх не отдадим нормально. Это было изи килл. Еще один. Ля, Вадим. Вадим, ты богоподобен. Как твои руки поживают? Как твой новый монитор? Нормально. Руки нормально поживают, он мозоль не то. Да, у меня тоже мозоль. А, наверное, на турник ходишь. Да. Сука, блядь. Я скорость какая-то была. Трусы. Да, да, это и все у меня. Голд, да? Голд, твое мнение. Москва. Тебе на.